Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy S24. И сейчас я покажу вам, как добавить фотографию к контакту. Итак, для этого мы открываем приложение телефона и выбираем контакты. Здесь мы выбираем контакт, которому хотим добавить фотографию. И нажимаем на значок информации. Далее нажимаем «Изменить». И нажимаем на иконку с фотографией. И здесь мы можем выбрать либо камеру и сделать фотографию, либо можем выбрать что-то из галереи, либо селфи-эмоджи. Либо можем нажать на плюсик и здесь какой-нибудь аватар выбрать. Вот. Выбираем и нажимаем «Сохранить». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Thank you.